на 777 пригоди всім. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24 каналу, понеділок, 8 січня, і традиційне звернення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Цвітаном. Пане Романе, вітаю, слава Україні! Героям слава, бажаю всім здоров'я. На 8 січня от прийшли холода по всій Україні, і зрозуміло, що росіяни знову вирішили обстріляти нашу територію. Відомо, це ДСНС повідомляє, що в 4 області прилітали з повітря різного роду шахеди і ракети. Про кількість не кажуть, відомо лише про шахеди наразі. Це є Запоріжжя, Дніпропетровська область, Кривий Ріг і Харків. І безпілотники збили над Одесою. Где-то средняя атака сейчас была, которая готовится, ну, где-то неделю так, такого рода атаки готовится. Вот примерно со 2 числа, а это должно было быть, наверное, с 31-го, это атака, которая на 2-е перенеслась. То есть вот где-то неделя россияне готовили эту среднюю атаку. Использовано было, были большинство средств поражения. В Ту-95-х где-то дюжина выполняла задачу, это значит несколько десятков ракет. МиГ-31 поднимались, несколько кинжалов, там 2-3 кинжала точно отправили в сторону Киевщины и Днепропетровщины. Работала баллистика в сторону Кривого Рога, работала баллистика с Крыма. А это значит, скорее всего, Искандеры. Ну и основная задача у россиян, они сейчас пытаются нащупать наши аэродромы на западе Украины, это в Хмельниччине, то есть там есть несколько аэродромов. У них задача стоит попытаться разрушить структуру аэродромов, которая готова принять УФ-16 или которая уже работает по с F-16, то есть пытаются этот вопрос решить. Ну, у нас отработали, мы хорошо отработали по шахедам, практически все были уничтожены. По ракетам, как всегда, около 80% уничтожений есть. Проблемы с кинжалами, конечно, над Киевщиной кинжалы сбиваются, а вот, естественно, над остальными участками нашей территории здесь большая проблема есть, и потому россияне ими злоупотребляют по районам, особенно центральным районам. Пане Романе, от власне, що зараз про авіацію ми ще згадаємо, бо є цікава інформація. Давайте пройдемося по фронту. В першу чергу лівий берег і район Кринок. От власне, британська розвідка каже наступне, що відколи 22 грудня українські війська збили 3 російські Су-34, ми з вами згадували, потім ще одну Сушку 30, потім ще один Су-34, кажуть, що в них є реальна ймовірність зараз не підтримки з повітря, в них є величезна проблема на лівому березі. От сьогодні знову відбили наші успішну атаку у Збройні сили. І загалом це все призвело до провалу 18-ї загальновійськової армії Росії, яка діє на цьому напрямку, і вона змушена відійти і поповнювати свої резерви, тому що повністю вщент розбита. Ну, не совсем полностью, там у них потери где-то около 30-40%, потому они отводят их сейчас на данный момент до укомплектацию. Но вот действительно такой моральный дух у этих вояк подупал. Дело в том, что левый берег – это самая дальняя точка для россиян линии фронта, самая дальняя. По дальности, допустим, от Ростова до больше 600 километров, если дорогами не напрямую, под 700 километров нужно преодолевать расстояние, причем под ударами наших дальних средств поражения. Это тот сухопутный коридор, о котором они постоянно мечтали, они просто не мечтали, что этот коридор будет обстреливаться до Азовского побережья. Вот здесь есть проблема. Когда у армии, которая в основном перевозит все силы и средства железной дорогой, у них нет альтернативы реальной по переброске военной амуниции. Естественно, страдают те, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Вот 18-я, части 18-й армии сейчас уже отводятся, пытаются их залатать некоторыми подразделениями ВДВ, которые отрабатывают, ну опять это же десантура, она работает ну несколько дней, может быть недель, но не более того, дальше их надо тоже отводить, то есть это проблемный участок для россиян, по крайней мере на той линии боевого соприкосновения, где она сейчас проходит, вдоль
Днепра. У них есть линия, так называемая третья линия обороны, которую они обустраивали вместе с линией Суровикина. Примерно по контурам разлившегося Днепра после подрыва Каховской гидроэлектростанции, там где-то от 15 до 30 километров, вот где-то от Скадовска, если так смотреть, от Скадовска до Новой Каховки, это если грубо, вот примерно вот так у них линия там она есть, они пока еще не приняли решение на нее отходить. Дело в том, что отход на эту линию обороны даст нам возможность развернуться на левом берегу, создать оперативный плацдарм и дальше уже ждать достаточное количество авиации, чтобы начать двигаться в сторону Крыма. Но как минимум при отходе на третью линию обороны россияне потеряют Скадовск, потому что он будет непосредственным огневом контроля уже нашей артиллерии, которая подойдет к Скадовску. Они потеряют его как морской порт. А это еще больше усложнит снабжение этого участка фронта, потому сейчас вот россияне в таком раздумье, но раздумывать они будут недолго, как только будет принято решение разворачивать плацдармы на левом берегу, как только туда на левый берег пойдет достаточное количество техники, они быстро примут это решение, откатятся восточнее, как раз вот где-то до уровня Скадовска. Но посмотрим, опять же, все эти действия нашими войсками будут предприниматься по наличию сил, средств и, скорее всего, авиации. Потому что без авиации это направление лучше не трогать, так как можем попасть сами в неприятное положение, когда будем прижаты без поддержки с воздуха, будем прижаты к Днепру. Потому я думаю, как только появится достаточное количество авиации, это F-16, хотя бы эскадрилья, реально, конечно, здесь нужна бригада, около 40 самолетов, тогда веселее россияне будут возвращаться на свою исконно русскую землю за Урал, куда ближе к Китаю. От, пане Романе, власне, ви згадали про авіацію. Видання Welt повідомляє наступне, що найближчі місяці Норвегія повинна передати Україні F-16. І що каже видання Welt? Що відстань від лівого берега, від Крину, де зараз йдуть активні бойові дії, до сухопутного перетину, до позиції ворога ключових, 60 кілометрів. І найближчі місяці Україна цілком, ймовірно, може розпочати наступ. Тому, вони, як приводять вони в приклад, що Залужний готує плацдарм в Криму, і от саме тому ми зараз активно нищимо радіолокаційні станції і їхні ППО на півострові. Я чуть поправлю, не плацдарм в Криму, плацдарм в Кринках, а в направлении на Крим. Тобто основна задача однозначно – це вихід на перегон, на переправи в районі Криму, то есть на перекоп, на Чангар, это две основных перехода сухопутных. Разворачивать наступательные действия оптимально для нас как раз с этого направления. Но еще раз повторюсь, без поддержки авиации это однозначно делать нельзя. Нельзя в смысле в теоретическом плане. Понятно, практически можно выполнять наступательные действия, просто можно положить очень много людей, этого делать точно не нужно. Авиация подойдет, нет никаких предпосылок к тому, чтобы нам не дали, не передали то количество самолетов, которое нам обещали. Там в районе, как минимум одна бригада будет передаваться весной, где-то в районе марта, там плюс-минус, может, полмесяца, месяц, ну, где-то под март, к этому времени уже будут готовы основные наши силы летного состава. Часть уже сейчас готова где-то около эскадрильи. А реально около бригады будет готова вот уже где-то в районе марта. Летчики будут готовы. Техсостав уже весь полностью будет готов. Передача самолетов займет, в принципе, небольшое время. Там могут задержать некоторые моменты, связанные с обслуживанием. Но опять это все решается на европейских базах. То есть пока не подойдет авиация, конечно, двигаться по левому берегу не стоит. Это кто бы как ни давил, кто бы какие там задачи политические ни ставил, не стоит без авиации начинать наступательные действия. Оно придет, мы тогда уже посмотрим. Общее направление сначала на Скадовск. Этот морской порт надо отминусовывать. Ну а дальше уже движение на Армянск. Хотя если будет достаточное количество сил, средств для разворачивания широкомасштабных наступательных действий, то здесь со стороны Крынок можно двигаться и в сторону Мелитополя сразу.
вот если чуть дальше провести. И да, вот это направление тоже одно из таких перспективных, по крайней мере, которое выполнит задачу по отсечению уже в части Запорожского и части Херсонского фронтов в районе левого берега Каховского водохранилища. Это, ну, опять, это все напрямую зависит от количества сил, средств, то есть от количества военной амуниции и готовности ею распоряжаться по этим направлениям. Ну, а задача минимум – это вот это движение на Скадовск, этот морской порт давно уже просится вернуться обратно под управление українського правительства. Я правильно розумію, пане Романе, якщо ми починаємо з авіації рухати на Скадовськ, то питання Кінгбурзької коси і всього, що знаходиться на захід від напрямку до Скадовська, буде знято. І, тобто окупанти або ліквідовані, або змушені будуть приймати складне рішення і виводити звідти війська? Ну, для них це буде несложне рішення – біжати домой. Тобто в цьому смислі довго не думати не будуть. Тільки почнеться движення в сторону Скадовська, росіяни тут же оставят Кінгбурзьку косу, а еще, может быть, даже до начала движения, так как у них разведка все-таки работает, а время начала масштабных действий, и их можно определить за несколько недель до самих действий как таковых. Почему? Потому что проводятся определенные мероприятия по подготовке, ну и дальнейшему движению, потому это все отслеживается, и я думаю, даже как раз готовность к нашему наступлению с левого берега маркером как раз будет россияне. Как только они уйдут с Кінгбурзької коси, это можно считать, в течение недели будет уже форсирование Дніпра и разворачивание плацдарма и дальше движение на восток. Пане Романе, і от що ми з вами говорили, коли ми відходили на кращі позиції вогневі в районі Оріхова, в напрямку Новопрокопівки і Вербового. От Інститут вивчення війни повідомляє, що за останні 24 години Збройні сили України пішли в штурмові хороші, якісні атаки від Роботиного. Ми відійшли. Діло в тому, що це називається «від висоти до висоти». Нельзя зависать в серой зоне. То есть, если начали атаку, допустим, когда есть высоты, превышение определенное, нельзя остаться в низине. Если атака не закончена, нужно возвращаться на позиции. Вот сейчас те атаки, которые начинаются сейчас опять, это задача выбить россиян с высот с юго-западнее Работино, то есть в направлении даже так западнее Новопрокоповки. Там высоты, довольно-таки серьезно укрепленный район у россиян, и они нам мешают развернуть дальнейшее продвижение на юг, в сторону Токмака. Потому одна из основных задач – это как раз вот эти высоты северо-западнее Новопрокоповки или юго-западнее Работино зачистить от россиян. И вторая такая же самая задача стоит в районе Вербового. Это опять же высоты, там мы пару высот мы заняли, западнее Вербового. Надо вопрос расширить. То есть там еще несколько высот есть, которые... Ну, опять, это высоты, там превышение, ну, в несколько метров, там чуть больше, там, десятка метров, не более того. Но, тем не менее, на ровное, как стол поверхности, это есть такие серьезные географические укрепрайоны, которые однозначно надо зачистить от россиян, чтобы дальше двигаться. Даже просто перейти в режим обороны, и то будет намного удобнее, допустим, именно на высотах, чем на низинах. Вот эти действия, о которых мы с вами говорили, то есть они будут постоянные, знакопеременные, движения будут там километры, не десятки километров, а километры, не более того, там 3-4 километра, это одна из основных задач там будет стоять. Но это для укрепления как раз таких оборонительных позиций и подготовка к дальнейшему движению в сторону Токмака. Мы до Токмака однозначно будем двигаться. Почему? Потому что одна из основных задач уже в этом направлении – это перерезать сухопутный коридор. Перерезать его можно с помощью армейской артиллерии. Это значит, нам надо дойти до железной дороги между Черниговкой и Токмаком, выйти на эту железную дорогу восточнее Токмака. Уже отсюда можно будет с помощью дальних средств поражения, у нас есть артиллерия, которая достает 50 километров, это как раз такое расстояние до перехода в районе Мелитополя. То есть, по большому счету, мы сможем уже из этого района, из-под Токмака,
с помощью арты перерезать сухопутный коридор, ну, по крайней мере, взять под оперативный контроль. Пане Романе, і по фронту також є хороші, до речі, дуже зрушення. Ми з вами говорили, що проблемний для росіян є позиції Збройних сил України між Мар'їнкою і Вугледаром. І ось, власне, це наближення, яке не дає їм повністю вільно використовувати Волноваху, вузол. І от у нас є просування в районі Новомихайлівки. Якщо ми глянемо на карту Deep State, то вони дуже відчутні. Ось ми бачимо, ми зуміли суттєво заглибитись в позиції ворога. Здесь для россиян неудачная позиция, вот именно в этом районе, южнее Мар'їнки. Россияне, когда практически в ноль срыли Мар'їнку, они уперлись в наши западные рубежи в районе Мар'їнки, то есть тот укрепрайон, который готовился задолго до того, как россияне Мар'їнку срыли. Почему нельзя, ну, можно говорить о том, что Мар'їнський гарнизон и укрепрайон, он до сих пор выполняет свою задачу, только западнее самого населенного пункта. Россияне развернулись на юг, они пытались отсечь, вот здесь хорошо видно, то есть взять в котел нашу группировку, которая стояла южнее Мар'їнки, причем они с юга зашли, попытались с юга зайти, с севера зайти, но для них это неудачное расположение. Дело в том, что там опять же те же самые высоты, тот же укрепрайон, который очень сложно и взять с одной стороны в окружение, потому что тут же отсекается, и россияне сами попадают в окружение. Здесь особенно они пытаются малыми тактическими группами как-то забежать нам в тыл, называется, просочиться в режиме тактического просачивания, просочиться и дальше как-то нам угрожать. Но сами попадают под удары и сами попадают в котлы. Причем сами в них заходят, самое интересное. То есть, не понимая обстановки, скорее всего, новички, так называемые, переброшенные из-за Урала, сейчас на данный момент пытаются там действовать. Видно, довольно-таки неумелое управление войсками, даже малыми тактическими группами. То есть, по большому счету, им просто общая задача была поставлена. А дальше называется на отвали каждый из средних или нижнего уровня командиров пытается выполнять эти задачи. Ну, а, естественно, мы там 10-й год стоим, мы там каждый куст знаем. То есть, по большому счету, этот рубеж обороны еще готовился в 2014-2015 году. По большому счету, у нас есть механизмы его удерживать и больше носить как раз потерь врагу, чем даже в режиме там освобождения территории. То есть, здесь задача стоит в уничтоженні армії противника. Основна задача любої армії обороняючись. Пане Романе, є повідомлення з Донецька. Ви от знаєте Донецьк, це південніше від Мар'їнки. Вчора був дуже потужний, якісний приліт в районі Ракушки. Що це може бути і чи це є сам Донецьк? В северо-восточнее, это если Мар'їнка, Донецьк знаходиться северо-восточнее. От Мар'їнки я буду уточнять, просто я местный, так мне удобнее просто это делать. Ракушка – это культовое кафе моего друга Сергея Викторовича Воропаева. И бывший, кстати, начальник службы безопасности области, слишком бывший, это лет 15-20 назад он руководил областью службы безопасности. Вот это его кафе, оно такое довольно-таки знаковое, на Кальмию все, на спуске в основной площади, с основной площади Донецка. И там, да, там иногда именно в этой ракушке собираются, ну, за счет культовости, а россияне очень любят такие культовые места. И там собираются иногда руководители этого бандформирования. И, скорее всего, партизаны вычислили сход, и была попытка уничтожения, то есть этого сходника в центре города. Пане Романе, також є повідомлення з Ростова. Росіяни випадково влучили в своїх. Суть в тому, що повідомляється, що літак, от давайте йдемо до Ростову, літак мав приземлитися в районі полігону Кузьмінка, але ППОшники чомусь вирішили, що це чи десантуються українці, чи що, і самі ж почали бити по десантниках. Ну, це елітні війська російські. Як мінімум, відомо про двох несумісних життям жертв, тобто поранень.
Россияне сейчас, ну, мягко скажем, в большом смятении, особенно после того, как мы начали работать. Причем они уже поняли, что этот рубеж пройден, так сказать, и мы будем работать по территории России, это особенно после работы по аэродрому в Белгороде. И довольно-таки мощные у нас показатели по Белгородскому аэродрому. Ну, естественно, здесь, в этом районе тоже аэродром. Россияне восприняли свой же десант, восприняли как наше вторжение на их территорию. Ну и начали отрабатывать этот так называемый дружественный огонь. Дружеский огонь, от которого погибло уже не одна тысяча российских военнослужащих. Они сами себя отстреливают, причем, опять же, из-за невозможности создать определенную систему управления, которая должна быть в прифронтовых городах, вернее, в прифронтовой зоне, и особенно в тех местах, где располагаются необстрелянные еще на данный момент воинские части. Вот необстрелянные желторотики, они с перепугу могут строчить во все стороны. Вот один из вариантов, тот, о котором мы с вами говорим. Пан Романе, і якщо говорити про Белгород, північ, ми знаємо, що там різні видання розповідають, що планується на 15 січня наступи якихось росіян в бік Харкова. Відомо наступне, що в Белгород і північ, західніше від Белгорода, є Борисівка, там знаходиться командний пункт групи військ «Белгород», 11 тисяч особового складу загалом налічується військове угрупування. Відомо наступне, що наші Збройні Сили України продовжують працювати і знищили дві установки їхній «Панцер» в цьому напрямку. Работають. І, скоріше всього, таке впечатлення, що там починають працювати і «Харми» в тому числі. То есть, я так думаю, наші партнери дають можливість нашим силам работать и теми ракетами, которые нам даны для работы по оккупированной территории Украины. Вот мы начинаем, скорее всего, или продолжаем, или начинаем работать в том числе и по российской территории. Противорадиолокационные ракеты, дальность 150 километров, а вот в последнее время есть замечены дальности до 300 километров работы «Хармом». А это значит «Харм-ЕР», есть такие с большей дальностью такие же радиолокационные ракеты. Но самое интересное, их нести может только F-16. Ну, в смысле, не F-16, а европейские, натовские самолеты. То есть у нас нет такой возможности сбрасывать «Хармы» и «Ерки» с большой дальностью со своих самолетов. Мы работаем только 150-километровыми «Хармами», запуская их с МиГ-29 и Су-27. Почему россияне и тоже, зная такие тонкости, технические тонкости использования ракет, почему россияне во всех пабликах начинают верещать о том, что работают F-16? По большому счету, «Харм-ЕР» до 300 километров может запустить только такого уровня самолет, то есть только F-16. Потому, ну, есть такая смутная догадка, что как-то эти вопросы решаются нашими летчиками, так как летный состав однозначно, эскадрилья уже готова для выполнения боевых задач. Это простые виды полетов, так называемые, ну, не простые, имеется в виду, одни из первых начальных видов боевой подготовки, на которую, в принципе, как минимум одна эскадрилья уже переучилась нашего летного состава. Плюс по ракетам, вернее, по зенитно-ракетным комплексам, по локаторам могут работать и наши беспилотники, то есть это тоже не исключается. В основном в последнее время в этом направлении показывают хорошие результаты беспилотники службы безопасности Украины. Они собирают беспилотники с очень маленьким ЭПР, эффективной площадью рассеивания, которые практически не видят ни один зенитно-ракетный комплекс. Там у них на локаторах на максимум засветка, как вот воробья примерно. Они его не распознают как летательный аппарат. И этими беспилотниками, тем более на прямом управлении, прямое управление где-то под 150 километров, а если повесить ретранслятор, то и больше, под прямым управлением выполняются эти удары. Поэтому надо подождать официальное сообщение Генштаба. Я думаю, кто-то из спецслужб возьмет либо на себя, либо если это не спецслужбы, значит работа воздушных
сил авиации, воздушных сил Украины, здесь возможно работать и другими, не советского уровня самолетами. Пане Романе, і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таянні видав цікаву ідею. Він каже наступне, що Європейський Союз повинен створити свою об'єднану армію. Що ви про це думаєте? Це те, що треба було робити років 20 назад, мабуть, але не дала можливості ця політика Меркель. Она практично розділа Бундесвер, вона розділа до трусов европейскую безопасность, оставив ее голой и босой перед угрозой российской агрессии. Ну, готовила, скорее всего, часть Европы, как минимум ее восточную часть, обратно под крылышко Российской империи. Ну, других вариантов просто нет. То есть раз полностью в ноль практически безопасность Европы была сведена на ноль, то сейчас это хорошо, хоть сейчас начинают уже первые министры обороны, министры иностранных дел, то есть люди, которые непосредственно за оборону своих стран отвечают, они уже понимают, просчитывают риски и понимают, что Европа может противостоять этой российско-китайской экспансии или Китая-российской, как угодно можно это называть, или китайской в чистом виде. Почему? Потому что Китай иногда используется татарами, так называемыми. Тогда, еще 800 лет назад, татарами как раз называли племена, которые были завоеваны, потом рекрутированы и бросались дальше на завоевание следующих территорий. Потому вот такими татарами на данный момент для китайцев сейчас являются россияне. Это российская террористическая популяция, которая в режиме татар используется. И, естественно, против них нужно просчитывать. А просчитывается война, математика, все это просчитывается. Естественно, страны Европы одиночно, они ей не могут противостоять. Им надо только объединяться, создавать общую армию, причем уже понятны цифры. То есть примерно должна быть полумиллионная профессиональная армия, полностью готовая выполнять боевые задачи, созданная из, естественно, определенных формирований национального уровня, то есть, скорее всего, от бригад и дальше, но объединена общим управляющим компонентом. А это должна быть, значит, общая полумиллионная армия. И, скорее всего, вот то, о чем мы сейчас слышим, это как раз начало риторики по ее созданию. Правильный, грамотный подход. Основные страны, которые могут участвовать вот в ядре этой армии, это Германия, это Италия, это Франция. Вот три такие центральные европейские страны. Ну, естественно, Великобритания подтянется, Испания, страны Скандинавии. Основные, конечно, будут вот эти три страны – Франция, Італія і Германія. От, пане Романе, ви згадали про Німеччину. Вже так виглядає, що Шольцу немає куди дітися від тиску щодо передачі Україні ракет «Таурус». Тому що представники вільних демократів, зелених і християнсько-демократичного союзу вже наполягають на необхідності передання Україні крилатих ракет «Таурус». І останній, хто про це заявив, колишній президент Німеччини, який був з 12 по 17 рік президентом цієї країни, Йоахім Гаук. Він теж каже, що Україні треба передати «Тауруси». Я так розумію, що залишились лічені там дні для Шольца, аби його дотиснути. Здесь больше все-таки политическое давление. Как раз вот и все перечисленные политики, они против, так сказать, участия Белого дома в принятии решений внутри Германии. То есть они в этом смысле за такую политическую независимость Германии. И потому давят на Шольца, понимая, что Шольц завязан на принятие решения на Белый дом, на передачу нам Атакамсов, они на него давят для того, чтобы он принял самостоятельное решение без, то есть в отрыве от Белого дома. Это правильный подход, с одной стороны, Германия довольно-таки серьезная страна, она может себе позволить принимать решение самостоятельно. И вот эти политики, ну, я думаю, если они этот момент все-таки хорошо будут использовать именно политического уровня, они додавят Шольца и до еще принятия решения
по атакам сам Шольц может принять решение по передаче нам Таурусов. Ну, хотелось бы в это верить, по крайней мере, немцы могут в конце концов вспомнить о своих, ну, о своих былых заслугах и былой мощи этой нации. Ее надо возрождать однозначно, как минимум в политическом плане. Понятно, в военном Германия не потянет никаких таких боевых действий. В военном плане они могут только быть костяком общей армии европейской, еще раз повторюсь, с этими тремя странами основными, Италией и Францией. А вот в политическом могут элементарно уже выступать, надо уже снимать эту пелену, меркелевскую пелену с дипломатии и с политикума Германии, принимать решение. Ну, им виднее, конечно, но я думаю, додавят Шольца для принятия решения по Таурусу. Пан Роман, і на завершення повідомлення зі Сполучених Штатів Америки. От ми знаємо прекрасно, що в наступні кілька тижнів буде вирішуватись питання допомоги Україні. Так от, спікер Палати представників Майк Джонсон, республіканець, саме республіканці, нагадаю, не хочуть голосувати, тому що кажуть, ми дамо допомогу Україні, якщо ми вирішимо міграційне питання і кордон з Мексикою. Так от, Майк Джонсон звернувся до Білого Дому і сказав наступне, що ми не проти допомогти Україні, виділити кошти. Більше того, республіканці кажуть, що вже є якісь домовленості, найближчим часом можуть проголосувати, але він каже, чому Білий Дім і Байден не озвучать своєї мети війни в Україні? Ну, это одна из, один из определенных, опять же, политических ходов. Дело в том, что если озвучивается какая-то мета, вернее, цель, то, естественно, потом эту цель можно не выполнение этой цели можно использовать как-то в негативе или как-то начинать в политические определенные манипуляции. А вот почему Байден не озвучивает, как раз из-за этого, для того, чтобы не дать механизмов этих политических манипуляций потом по недостижению цели. Но для нас есть такой серьезный положительный момент. Один из механизмов давления республиканцев на демократов — это было непринятие бюджета на финансирование федерального правительства. И вот 7 января вчера было принято это решение руководителями Конгресса Соединенных Штатов. И шатдауна уже однозначно не будет. 1 триллион 660 миллиардов долларов выделено, то есть 1,66 триллиона выделено на финансирование федерального правительства. Это значит, основной рычаг давления на демократов, он уже отсутствует. И потому, я думаю, в ближайшее время мы получим, то есть мы услышим о решении, в том числе и нашего вопроса, о выделении больше 60 миллиардов долларов для выполнения боевых задач на этот год со стороны от американского правительства. То есть решение довольно-таки положительное, уже принято, вот его можно уже озвучивать в информационном потоке, по крайней мере, Соединенных Штатов оно уже появится. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 8 січня, понеділок. Обов'язково підписуємось, коментуємо і ставимо лайки. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.